Я убежден, что Грачев не так испорчен, как генерал и офицер, и не так испачкан, как его испачкали политические авантюристы. Убежден также, что Ельцина он убеждал, что не требуется здесь никакого военного решения, что с Дудаевым можно все вопросы решить с полным интересом и пониманием на политическом уровне и с правительством Чеченской Республики. Я знаю, что он встречался один на один с Ельциным, убеждал, но пошли политические авантюристы убеждать Ельцина с другой стороны. Егоров, Степашин, главные идеологи Шахраль, Ерин, Сосковец и прочие Лобов, так называемый Совет опасности. Конечно, их больше, и они убедили Ельцина в другом. Значительно для отношение Чеченской Республики и России было бы проще, если был бы Степашин или Аксененко. Степашин, когда его сняли с работы руководителя ФСК, он был руководителем аппарата правительства российского, я с ним взаимодействовал, я был вице-премьером по связям с Россией, и вот это правительственное соглашение, которое было подписано Черномырдином и Ельциным, Черномырдином и Асланом Масхадовым, готовили именно я с чеченской стороны и Степашин как руководитель аппарата российского правительства оттуда. Ну, скажем, они все работники, они все являются винтиками вот этой власти. При всем этом у этих людей есть некое понимание, есть некий, скажем, уровень, где планка наверху держится и где-то есть вот какие-то линии. Это адекватные люди, а это трус. Но пошли политические авантюристы убеждать Ельцина с другой стороны. Егоров, Степашин. Это адекватные люди.